Поднимите с меня копье. Ага, кинуть нет, да? Диспел, диспел, пристыл. Что я наделал? Нет. Блин, когда уже завеску откроют? Я хочу в завес. Копьем долго думает все. Так, кружок, если хочешь со мной полетай в порталы. Танки танчат, ДД дамажит, хилы хилят, гляньте. Ты что, ты цитату украл из пятого элемента? Огонь горит, блядь, вода дует. Ну да, да, так и есть. Это же мем такой, блядь. Картинку эту вставили там. Что, как пройти рейд, блядь? Танки танчат, блядь, хилы хилят. А пока лохи кашет, блядь. А кто, блядь, АФКшит? Кто АФКшит? Ну все, пошли вперед. Вперед. Жаль. Я музыку переключал. Ну что, истерию кидаем? На. Тоже же минус ЕП не дают. А чё меня мобы бьют нахуй? Танки вы тут, блядь, вообще? Алло, блядь. Я не знаю, я стою справа, чё-то второй, блядь, танк бегает, налево-направо и бегает. Стоит себе с этой стороны. Всё. Да, ребята, блядь, вахуй, конечно. Если заходишь, отойди, блядь, я тут зайду. Иди пиздуй, рейдхиль. Бля, иди в другой зеленую хуйню. Блядь. Надо было раньше идти тебе. Ладно, блять, так не летают нахуй, кружок нахуй, стой, ебать. Вместе надо летать, блядь, ты чё? Так не летают нахуй, летают вместе. Вот так, блядь, захиливать полгода будем. Встречаемся на голове всегда, вот здесь вот, где голова босса, вот здесь встречаемся. Бери вот эту на треугольнике. Или вот эту похуй. И встречаемся вот здесь, блядь, наверху. И летим. За звездой летишь. Вот. Вот это. Хлопаем. Где ты?
и полетели. Аура коня включается, потому что под ней быстрее летит эта хуйня. Надо, она работает, да, тоже аура коня? Да. Чё, пора захиливать чешу, блин? 5 лямов, ты без веры, вряд ли. Давай еще разок залетим. Уже выйдем тогда за два, за две вспышки захилим, блин. Киска, дай возложение по дракону. Не дам, я КД руки. Я отдавал на Лунателе тебя. Так, а что вы говорили, перед Синдрой или после Синдрой покурим? Давай перед Синдрой. Хуёво звучало, да? Да у нас времени, блядь. Хуй да нихуя. Времени? Ну, полчасика, блядь, закроем. Так, ну сейчас трэш тогда убьем. Драконов там разъебем и это. И покурим. 5 минут. А кто вообще курит, кроме меня? Я. Лишь два курильщика уже, блядь. Как там это... сказал один челик, хуй сатаны или что там? Я тут пишу, что это апок. Хохотал, блядь. Даже взлома не падает тоже, меч апокалипсис. Прикинь, будет это масло масляное апокалипсис, носит апокалипсис, блядь. Топ-хупи, ну я не знаю, что тебе сказать, блядь. Почему ты сдох, блядь? Маша, кофе во время рейда попьешь. Короче, я не знаю, нахуй пошли, заходим, хули стоять, дрочить, блядь. Маш, тут? Маша. Наверное, я не в муте если нахожусь. Блять, Лёха, что у тебя там происходит? Ты заебал стать сюда. Давайте замену мне дома. Что случилось? Давай спрашивай этого гильдии, блядь, это пиздец. Что? Сейчас надо гнев небес дать, я сейчас дам. Лучше не бейте, блядь. Лучше не бейте, нахуй. Сейчас маленьких убьем. Сейчас быстрее уже добивайте, блядь, а то мы не резнем нихуя. На следующей пачке таких жуков лучше не бейте, нахуй. Вся он не лежь, нахуй. Стойте, чините. О, кольцо. Ребята, купите по раз, ребят. Я его одену, даже полцены заплачу за него. Да, она там стоит лишь 12. Я бабки, на танк бабки, одену. Бабки. Нахуй бабки. Ну от мобов отходим подальше желательно. Я не пить мобов. А вообще мобы уже появились, у меня ничего нету. Сейчас появится. Че пугаешь, блин? Ты РТДшник? Опа! А то сейчас они, блядь, сдохнут. Будет нехорошо, блядь. Смотрите, сейчас вихри будут, кот тоже отойди, блядь, почили. Вот мне кажется, зря вы, блядь, сюда позаходили, что пал, что мат. Как, запустите нахуй вы мне сначала? Слушай, я так понял, что... Там вкусно. Не знаю, но я стоп. Пока, выходи, блядь. Да я под незыбкой стоял. Сейчас кончится уже незыбка.
Я же вижу. Ну, он иди вот за меня, за кофту его. Давай. Каких, блядь? Ты пока до них дошел, это уже нет. Уже разъебали. Нет, что-то маны нету, нахуй. Залейте иннер там кто-то. Дать, ну давайте, что там, вертушечники эти. Разъебывайте их уже. Вон там мелкие еще. Блять. Ну надо резать ману, блять, убейте его быстрее, сука. Блять. Одна нервотрепка с вами. Делал сегодня мандариновый сок. Прикольная тема. А пока сможешь дать это старичка? Ты его будешь продавать? Да похуй дам, конечно. Сейчас забьем трэш, кинешь огня. Ну, сейчас сразу же одену. Осторожно там дубовую отдавайте, там не бейте, все спиздят мобы. Превратитесь в мишку там, кто знает. О, дракончики. Это сейчас будет весело. Это да. Знаете, вот это дам сами. Нахуя мне сам, убери, у меня места нету. Всё, мне значит, камень дать сразу. Камень нужен? Убежал. Ты что делаешь, паладин? Что он делает? Я не знаю, но это было мужественно. Что он делает? Лерой. Лерой. Ну что он делает? Хуйня делает. Идите сюда, блин. Он прям очень странный паладин этот, конечно. Что-то покашал парень, пришел и умер. Довольный. Блядь, я погиб. Храброй смертью. Всех разъебали. Ну давай бей соло нахуй. Бегите, портуйтесь сюда нахуй добивать. Их вдохновил пример нашего подруга. Да не, просто надо, блядь, дольше времени дать палу на агро. Дал мне в небес. Да нет, слушай, сейчас бы пал нормально бы здесь это забрал бы их у меня. То было бы все заебись. Добивайте быстрее уже. Отдал гнев еще раз. Все, высох нахуй, по-моему. Сейчас отопьем, сначала пьем ману.
Что, ДПС дохуя, бля, давайте-ка я в танка, блядь. Ты ДД нашел? Какого-то. РДД. Фу, что все молчат, ебать, да. Давай напишем сами. Скип, где тебе надо что-то сейчас с Индри? Ну тут ботинки падают, да, нужны мне. Синдры? Ага, свей. Сейчас драконов убьем, покурим. Сейчас. Блять, эти двух мобов этих разъебем, драконов потом. Так, на них гнев не действует, короче. Ну да. Есть такое. Да, он ссылка в первый раз. Да? Так откуда у него шмот тогда был? Ну, один раз так брал я его на пару боссов. Что ты рассказываешь ему, блин? Ты шмот его видел, блин? Там дохуя шмот. ЦВК? Он что, на Сирус только пришел первый раз играть или что? Лёха, ты на Сирусе играешь сколько? Молчит, сука. Мелкий, блядь. Ну если он парень себе сделал блокеры сделал и для КВшки, значит он уже давно играет. Знает. Ну, давайте это... так заведем. Не, пал, на коня садись. Танк, который. По-моему, да, работает. Что работает? Ну, чтобы он страх не кидал, грипнуть его можно. Да, там что-то станет, вот все можно. Я его буду грипать. О, на него работает гнев небес. Когда дракон сдохнет, готовьтесь захиливаться. Да, да. Блять. Поставьте третью ауру, у кого конь стоит. Захиливаемся.
Ну что, перекур? Перекур. Да, да, 5 минут. Пару минут. Я говорю, пару минут, а вот 5 минут. Какой Маша сразу? Мы если не покурим, то все. Тут как бы это самое, а пока может потанчить, сейчас пернусь в ретрика, не до ретрика. Ну, пятерку я дам. Привет. Нормально все будет. Здорово. Что там? Сколько курить-то можно, а? Так иди еще покури. Да я весь день схожу курю. Все покурили. Угу. Кто танчит? Ну, я на самом деле могу сказать, что в ретрик апокалипсис затанчит один.
А мы вдвоем побьем. Это точно, он один выдержит. То я? Да. Я слабый. Ничего не страшно, пока нормально у тебя. Ты, блядь, под каждую дудку будешь нажимать зеленку и все. По КД. А мы два паладина скипнемся в ретрика и все, и будем ебашить. Ну, либо кинем ролл, и кто-то уступит место, кто-то зайдет. Вон зашел шаман, можно... А, ну он не пойдет, ему надо на фул ссылка. Давай, да, сейчас все на фул резис один. О, 417 у меня, ебать. Чего 4? 417 у меня фрос резиста. Ну, вот могу тебе еще вот так вот кинуть. Вот так вообще армор, хуяк, каках, все дела. Мне еще нравится Маша модельки персонажа, как она ножка стучит, когда кастует, типа, ну бля, хилься, ну хилься. Тыщ ножка. Зачем в три танка? Войт, смотри, он один оттанчит. Сейчас забафуется, он в танке, он в этом, в ДК вообще пробни, он один потанчит. А мы спекнемся в ретрика и все. Поспекайся ты в ретрика, блядь, и что я там буду говорить ему, будет забирать меня босса. Леха, а выглядишь только проведная, блядь. Кто первый раз тут есть, нет? Кто спекается в ретрика? Все. Два паладина спекаются в ретрика, он один затанчит. Не надо. Один с первого трая, 100%? Я думаю, да. Я думаю, нет. Да, он... Да, я ему буду говорить, когда ему забирать босса и все. Похуй. Два танка. А пусть стоит просто и бомбит пока. Ну и что по итогу? Вы оба спекнулись в ретрика, да? Ну я... да. Короче, я пока урелиш, если не убиваете расход. А я до чего буду урелить? Нормально меня подставили, ебать. Это сделал. Алло, прием. Слышно? Топ-клубе. Да, что? Паладин, который блокер нету, АФК. Принимай готовность. Спекайся в танк. Сейчас у меня залагало. В танке? Да. Сейчас я анкен меняю места. Маша, кофе успела налить? А чё ж ты так 5 минут налила бы? А, тебе варить. Печально, конечно. О, вот это уже класс. Это да, мне нравится. Спекайся в танке, поехали, бля, у нас 20 минут ДРТ, ёбаный сырник. Я уже в танке, поехали. Где кто, ты, дашь, ну, кто в танке? Я тебя скажу, забирай с меня и все. Сейчас.
Все, оделся. Сейчас. Выключаю праведное единство, блядь. Не агри, я сам буду тащить. Да, я скажу, да, когда забрать, заберешь и все. Единство не забудь включить. Ты, конечно, за третья фаза стоишь и батя фкашешь. Подожди, сейчас я антенки местами. А что за антенки? У тебя интернет через антенки идет или что? Ну, это... типа да. А, спутниковый какой-то. Все готовы? Нет, я... Иди, я пока. Ну, я какой-то Wi-Fi там или 3G. Ну, у меня ноутбук просто разобран. Блять. Ладно, песня. Сколько у тебя резиста там? 417. Поближе к боссу подходим, сейчас будет притяжка, надо будет всем отбежать. Это Войт, ты там потом можешь это, у меня тоже есть мастер аура, там, можно поменяться с тобой где-то там. Да это похуево. Тут главное сыграть, блядь, чтобы если энергии не было. Вставайте, метки. Подальше от них вставайте. Кто вот это, блядь, стоит? Этот, Хикос, нахуй. Ты тут первый раз, вставайте за глыбу. Его глыбу Хикоса сразу разбейте, третью. Хикос, блядь, спрячься, сука, ёбаный бомж, сейчас разобьем, третья вроде падает, резать его будет когти зверя резать, четвертая падает, когти зверя резать, его как упадет, резай, сука, смотри внимательнее на то, как люди бегают, блядь, если ты тут первый раз, надо было об этом сказать, бафы по нему кулак, каску, пристабаф. Сука, в одного танка нахуй. Никто не говорит, что они тут первый раз. Хикос, повнимательнее, блядь. Обморожение, видишь, на все стаки. 4 стака стопаешь сразу дамаг. На последней фазе 0 стаков. Ну 2 стака, хуй с ним. Так, притяжка будет скоро, готовимся, 5 секунд. Готовимся ближе к боссу с тем, чтобы отбежать проще было. Бега. Так, метки так же ставим. Получается... Вот это ледяное дыхание, да, надо будет тапать в этом? Смотрим метки. Смотрим, как прятаться от них. Падает 4 глыбы. Хикос, блядь, смотри внимательно. Вот смотри, падает глыба. Она вот тут между глыбами падает. Надо спрятаться от нее, блядь. Вот так вот. Вот, блядь, хикос, нахуй, не успел, нахуй. Слева далеко падает. Ну, хикос успел. Ну, блядь, чуть не сдох, нахуй, успел. 5000 хп осталось, блядь. Третья падает, слева вон падает. И четвертая, пока он выбегает, резать он будет тот, кто резал кусяу. Прячемся. После хлопка вставай. Вставай быстрее. Все, иннер по себе. Пизда, конечно, блядь. Если 4 друида в рейде, это не значит, что надо падать ПКД, блядь. 2 БР уже нету. Освобожденка. Ближе к боссу встаем, притяжка 5 секунд, готовимся отбегаем. Блять, чудом не достало, нахуй так близко было, пиздец. Переходка на 35%, сейчас не знаю, переведем или взлетит, посмотрим.
первая метка в кружок, все метки в кружок будут. Живой, давай все сразу же, да, в кружок будет у нас лучше. Да, да, я иду. После взлетки уже сразу босс на второй фазе будет, готовимся. Хикос, внимательно смотри, где бегает рейд, блять. На себя звездочку поставлю, смотри, как скидывать стаки. Вот, спрятались за глыбы, никто не вздыхайте. Лево далеко. Ну кто там стоит, блядь? Это какая, третья вроде, да? Вторая, по-моему. Вторая. Это вот третья летит. Лево близко. И последняя, готовимся. Вон она слева падает. Лево близко. Все, летит босс, разбиваем глыбы. Не торопиться, до берсы 5 минут. Никакого зерга здесь нету. Все, фаза пошла. Глыба, называю ник, в кружок встает. Захилим его на стул. Кружок, печеньку, да. Вот, вставай, ону. Сразу ее разбить. Отошли все миники. Надеюсь, там никто не стоит. О, блядь. Разбиваем эти глыбы быстрее. Все только глыбы бьют. Босса забыли. Иначе мы выпанемся, блядь. Быстрее вторую разбили. Следующая в кружок. Отходите сразу милики оттуда. РДД две штуки побьют. Давай, вставай в кружок. Так, захилили, отлично. Эту глыбу, блять, Маша, сейчас говоришь. Не бить, за глыбу ровно встать, как звездочка показывает. Вот, притяжка. Только после притяжки разобьем. Только после. Следующую в кружок. Разбили быстро и сразу беги в кружок. Беги в кружок. И сразу все отходите оттуда. В кружок, сука, и отходите от кружка, блядь. Ёбаные бомжи, вы, сука, не русские, что ли, блядь. Блядь. Я просто заморозил всех. Похую, им сказано отбегать, блядь. Разбивайте глыбы быстрее. Кружок. Сука. Склеп летит на человека 7 секунд. Иди забирай с ним. Пойду. Забрал. Кружок, метку. На ком там, блядь. Давай быстрее. И глыба, сейчас заморозишь кого-то, нахуй. Он умер. Хорошо, понятно. Следующее в кружок, по нему каплю дать. Вот массажку дали. Ебать, еще и на мне. Давай, иди. Сразу разобьем его. Хотя не, притяжка будет. Все, блядь, выпанулись там. Меня убило. Ну понятно, блядь. Все, это следующий раз. Да. 43 минуты, нахуй. Ну ГЦ хули, я понимаю, вам просто не надо эта хуйня и все. Хули. Все понятно, нахуй. У вас цель ходить, нахуй, до синдрида расходиться, блядь. Если бы делали все получше, нахуй. Все, да, думаю, мы еще. Сейчас РТ. Нет, сейчас РТ будет, отдохните перед РТ, Маша, он кофе хочет сварить. Пизду, нахуй. Все, не хотите, не надо. Да? Хули я вас уговаривать буду, что ли? Не хотите, не надо, все, пожалуйста. Слушай, а ты если еще раз пойдешь до проноса, когда будет? Блять, я не знаю, нахуй, до проноса это гиблое дело, блять. Вы на него придете? Нет, до проноса. Ну, я приду, мне только лично. Ну, допустим, завтра, сейчас скажу во сколько. РТ у нас в час, да? Ну, в 12 завтра, Синдра лич. Придете? Все? Нет, по-моему, Саня спросил завтра, что раньше прийти. Ну, там, писал. Ну, значит, в 11. Да. Значит, у меня сегодня дача. Дача. Да, на час субботу. Не, я говорю завтра в 11. Позовешь, придем, не позовешь, не придем. Ну, я говорю завтра в 11, все. Хотите, приходите, блядь. Кто-то не придет, может, одно тело, если не придет, доберем одно тело, доберем. Если 5 тел не придут, то и нахуй это надо, блядь. Правильно. Все, блядь, отдыхайте, хули. Я уеду завтра.